Это тоже искусство – создавать новые модели одежды. Сколько их было и сколько еще будет этих эскизов, прежде чем, наконец, появится тот единственный, который и определит новую модель. Художник-модельер Калужской швейной фабрики имени Крупской Людмила Волынская, автор образцов одежды, которые на выставке Всесоюзной оптовой ярмарки в Москве получили отличную оценку. Сегодня в этом демонстрационном зале с моделями Волынской знакомятся те, кому предстоит внедрить их в массовое производство.